Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий получить дополнительные отсрочки от призыва на военную службу. Поправки ликвидируют коллизацию, в результате которой некоторые юноши уже в школе вынуждены использовать право на отсрочку от армии, если им исполнилось 18 лет еще в период школьного обучения. Получается, что такие молодые люди находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими призывного возраста после окончания школы, пояснила один из авторов инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Чтобы устранить эту несправедливость, и появился законопроект. При подготовке инициативы ко второму чтению в нее была добавлена еще одна отсрочка от призыва на военную службу, связанная с обучением на подготовительное отделение. Итого, граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз в школе, второй раз при обучении на подготовительном отделении, третий раз при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз при обучении по программам магистратуры, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Новшество уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы. Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста.